Существующий общественный совет по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору и здравоохранения, его территориальном органе по Омской области, является действенным органом, который позволяет нам, в общем, всем осуществлять рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Российской Федерации прав граждан охраны здоровья, в том числе повышение качества, доступности всех видов медицинской помощи, а также эффективности, безопасности медицинских и реабилитационных технологий и медицинской продукции, реформирование системы здравоохранения, реабилитации населения, совершенствование государственной системы контроля и надзора в сфере оказания медицинской помощи. Мы ждем от совместной работы с общественным советом при территориальном органе Росздравнадзора по Омской области действенного взаимодействия. Дело в том, что общественный совет, специалисты, которые, общественники, которые составляют его основу, они лучше знают нужды, чаяния инвалидов, лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, прежде всего, мы из первых рук можем узнать первоочередные задачи, которые стоят перед территориальным органом Росздравнадзора по Омской области для улучшения жизни и вообще существования данной категории наших граждан. Мы видим в совместном взаимодействии с общественным советом прежде всего, повышение качества жизни наших инвалидов, решение их насущных задач, обеспечение их медикаментами, средствами реабилитации, оказание помощи больным лежачим, осуществление социализации данной категории пациентов, создание зон, которые могли бы быть доступны в зоне социальной среды, которые могли быть доступны колясочникам, лицам с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. То есть это создание пандусов, отсутствие ступеней и так далее, и так далее. То есть даже в тех медицинских организациях, которые занимаются реабилитацией, это создание условий для реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Вот прежде всего, вот я думаю, что в ближайшее время это, наверное, основные наши задачи. Очень хотелось бы, конечно, создание дополнительного, может быть, создание сайта Общественного совета по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Омской области, который дал бы возможности более широкого участия всех заинтересованных лиц в решении проблем инвалидов и их семей. Спасибо.